В уникальном доме 19 века семьи Танских серьезный разговор о старообрядцах. Староверы со всей страны рассказывают о проблемах и решают вместе, как сохранить уникальную культуру семейских для потомков. Приезжие гости считают, что в Бурятии все довольно крепко и основательно. Вот мы видим, что действительно работа идет, и, как говорится, не только там, где есть поддержка правительства, но что самое важное, развитие есть просто среди людей, которые видят эту работу со стороны, да, и сами включаются уже собственными ресурсами, собственными силами, также развивают. Между тем, поддержка нужна, причем материальная. Именно на встрече «Путь Аввакуму» в Бурятии решатся, наконец, многие финансовые вопросы. И самое главное, будет рассматриваться государственная программа по сохранению культуры семейных старообрядцев. То есть на уровне в Республике Бурятия, на республиканском уровне будет предусмотрен именно механизм государственной поддержки по сохранению культуры семейных старообрядцев. Культуру семейских Забайкалья признали в ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества. Встреча старообрядцев в Бурятии «Путь Аввакума» продлится еще день. Из-за ограничений по ковиду жители и гости услышат на телеканалах и YouTube-канале РЦНТ много семейских напевов. Им покажут, как ткут настоящие старообрядческие пояса и научат готовить исконно староверские блюда. Мария Латышева, Жаргал Цириндашиев. Новости дня.